общество. Они ездят. Как ты ездишь вообще, чувак? Тут дорога максимум хуёвости, он все равно как-то едет. Тут вообще ребята бесстрашные все. Все не сдаются. Довольно такой городишко из кайфовых тачек. Срок. О, а вон там, кстати, пляжечек вообще никого нет. Итак, мы продвигаемся по Колумбии. Справа от нас сидит колумбийский барон Виталий. И его шаха Эдуард. Хуя. Ладно, не шаха, шаха. Правая рука. Или левая, может. Ух, нихуя, кайманчик. Давай, давай, пошел. Быстрей. Время идет, прыгай. Вот это ты, Алёша. Следующий. Кайфовая дорожка у нас сегодня. Это Мак Кабриолет. Это Виталик, шутка была, кстати. Мак. Блин, так жарко, что такое ощущение, что мы даже не на улице стоим, а, блядь, в пекарне какой-то. Итак, у нас сегодня небольшой чилзон. Лед налили, сука, просите за льда. Вот, ему лед налили, и трубочку не дали бедному. Мне мороженое очень вкусное. Там еще кушанье сладкие. И самое главное, мы тут чилуем. Че, пацаны, пацаны, а вы в курсе, что Боско морской порт называется? Боско, блядь. Типичный вариант. Возьми с собой толстую подругу, чтобы казаться худее. Но она, блядь, пиздец, и так худая. Так, нет, я не понял. Кто нас из вас сфотографировал, а? Кто? Где фотография? Покажи. Там у меня, если лицо криво получилось, придется кошечку подставить. Понятно? Лови, 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 лови! Меня с велосипедом не пустили, вот сюда поставить. Что? Что вы сказали? Китай столько людей не бывает. Так, давай танцуй. Террорито. Мне кажется, тебя не слышно. Бля, акула, акула, аккуратнее, акула. Там акула.